Яна, телефон. Да не ушел. Ну, телефон. Танюш, телефон. Алло, кого? А кто его спрашивает? Я за одну минуточку, я постучу ему в кабинет. Андрей, возьми трубку. Кто это? Агеев какой-то. Не какой-то, а руководитель лаборатории. Алло, Щукин слушает. О, Владимир Степанович, здрасте, здрасте, дорогой, да. Здрасте, о, очень рад. Спасибо. Да, 40 лет. Старше Пушкина. А до полного собрания сочинений еще не дотянул. Будем надеяться, что все впереди. Ну что, что, Владимир Степанович, ну. А, да. Спасибо еще раз. Вы мое приглашение получили? Да, сегодня в Доме ученых. Небольшая пирушка, хотя повар гарантировал, что будет вкусно. Угу. Отец обязательно будет. Специально прилетел из Лондона с конгресса. Ничего чувствует, да. Хотя в его возрасте такие перелеты. Ну, жду вас. Еще раз спасибо, обнимаю. До свидания. Очень нужный человек. Банкет придет? Ой, сегодня все придут. Куда они денутся? С поздравлениями. Рублей 700 обойдется нам баки на анкетике. О, лучше. Танюша, не обеднеем. Лучше на праздник, чем на похороны. Да что ж ты несешь-то? Ну уж 40 лет мог бы не говорить о похоронах. Знаешь, мне иногда не верится. 40 лет, директор института, доктор наук. Люди тратят на это всю жизнь. А я всего 40 лет. А, твой отец 37 стал академиком. Отец не в счет. Он гениальный ученый. А ты? Я? Сегодня на банкете выясним. Я думаю, будет фигурировать эпитет талантливый, не больше. Как это, как? А что, выдающийся не скажет? Ну, разве к концу, когда напьются. Ну ладно, все равно талантливый, это намного больше, чем способный. Знаешь, когда про человека в 40 лет говорят, что он способный, значит, он вообще бездарь. Ну, сам ручку потянуть не можешь? Я тебе объяснял, когда человек в моем положении сам берет трубку, значит, он играет в демократичность. Мне это еще рано. Алло. Что? А, пожалуйста. Сейчас, минуточку, диктуйте телеграмму. А. Ой. Да-да. Поздравляю с славным 40-летием. Желаю счастья, здоровья. Сейчас, минуточку. Успехов в поприще науки. Академик Остряков. Благодарю вас. Ой. Так. А, очень приятная телеграмма. Хотя несколько суховатый текст. Да, проверить не чисто. Нормальная телеграмма. От Вострякова нормальная. А вообще я, честно говоря, не люблю, когда экономят на предлогах. Понимаешь, не на поприще, а поприще. Я думаю, что академик не пожалел 3 копеек на телеграмму. Знаешь что, я думаю, что он хотел, чтобы телеграмма носила просто официальный тон. Скажите, какие тонкости, а? А ты как думала? В нашем деле каждая мелочь имеет колоссальное значение.
Вот у тебя папа был крупный работник. Неужели он тебе никогда ничего не объяснил? Что объяснял? Нюансы деловых взаимоотношений. Вот тут все важно. Кто первый берет трубку, когда тебе звонят? Как с тобой прощаются, когда разговор окончен? Протягивают руку через стол или предварительно встают из-за стола? Ну вот, еще пример. Допустим, как с тобой здоровается твой коллега при встрече? М? Кивает тебе? Касается рукой шляпы или эту шляпу снимает? А кто же эти законы-то придумал? Танюша, такие законы не придумывают. Открывать их и подчиняться – наше дело. Посмотри. Стол завален телеграммами. Одна похожа на другую. Я тебе по первым словам скажу, от кого они. Давай, вот поиграем. Да, да. Интересно, угадай мне. Милый Андрей Андреевич. Так, это от студентов. Сейчас экзаменационная сессия, я для них миллиард моего отца. Правильно? Да. Так, давай дальше. Уважаемый Андрей Андреевич, от всей души. Ну, от всей души это из министерства. Они всегда пишут от всей души, чтобы лишний раз подчеркнуть, что она у них есть. Так. Так. Дальше. Родной Андрюша, обнимай. Кто-нибудь из друзей? Мишка Дегтярев. Мишка, вот он имеет право и на родной, и на Андрюшу. Доцент университета. Господи, играешь ты с этими бумажками, ну как ребенок. Честное слово, ты моя мамочка, моя мамочка. Я, по-моему, достиг такого возраста, когда я могу радоваться детским радостям. Ты не можешь радоваться детским радостям. Звонок уже кто-то с визитом не вернулся. Я еще... Черт знает, в каком виде. Ты намекаешь на то, чтобы я открыл дверь. Ты думаешь, я надо открывать? Его прозрачность не надо. Для чего же я тебе его купил? Чтобы самому любоваться. Он мне всегда только мешал. Ну что, тихо. Ну, Андрей, тебе человек же не нужен. Андрей, открой. Он человек, а я не человек. Ты человек, открой. Здрасте. Здрасте. Вы от кого, товарищ? Я не от кого, я сам по себе. А к кому? Так к вам, наверное. Вы Щукин Андрей Андреевич? Да. Тогда к вам. К вам. Щагин я. Олег Васильевич Щагин. Так, слушаю вас. Это ваша квартира, да? Да, моя. Что вам угодно? Андрей Андреевич, разговор у нас длинный. Мне бы сесть. Дело в том, что я сегодня очень занят. День рождения у вас, да? Да. Поздравить разрешите. Как говорится, пожелать. Спасибо. И вот поэтому... У меня, между прочим, тоже. Что тоже? Тоже день рождения. 40 лет стукнуло. Как интересно. Вот. Вы должны меня понять, что у меня сегодня не минута свободного времени. Может, зайдете в другой раз или позвоните? Надеюсь, дело терпит? Нет. Нет. Академик Щукин? Да, мой отец. Портрет красивый. Я его на многих портретах видел, на фотографиях. Но вот здесь он лучше всего получился. Хорош. И взгляд такой царский. И осанка. На Чайковского похож, верно? На какого Чайковского? Слушайте, либо говорите, что вам нужно, либо... Не надо меня гнать-то. Андрей Андреевич, я к вам по важному делу. Я, между прочим, год к вам собирался. Да ну, говорите, что у вас за дело, черт возьми. Чего вы мямлите? Татьяна,
Телефончик звонит. Я слышу. Таня, телефон! Я еще не готова! Да не надо готовиться. А кто у тебя? Пока не выяснил. Может появляться в любом виде. Да? Алло? Кто вас просил? Так звонят же. Что? Телеграмма вам. Да-да, говорите, я записываю. Итак, Щукину Андрею Андреевичу. Ага. Поздравляю с славным юбилеем. Желаю вечной молодости, здоровья, успехов во славу науки. Профессор Мамонтов. Спасибо. Там как сказано, во славу или славу? Во. Ага. Это очень хорошо. Какая телеграмма приятная. Обычная. Таких полно. Так что вам угодно, товарищ Щагин? Ну, предположим. Так, что вам угодно, товарищ Щагин? Я пришел вам сказать... Как бы это поточнее. Ну, в общем, так получается, что Андрей Андреевич Щукин – это я. Что? Щукин и я, Андрей Андреевич. Я что-то не очень понимаю. Вы же сказали, что вы этот Щагин. Да нет, это вы Щагин. Вы Щагин Олег Васильевич. А я Щукин. Угу. Что за бред? Как же это может быть? Перепутали нас в роддоме. Ну, вот что. Либо вы с утра выпили, либо у вас здесь не того. Нет, это почему же? У меня здесь как раз того. Я вам правду говорю. Перепутали нас. Вы Щагин, я Щукин. Все просто. Это просто. Вы что, в своем уме? Здравствуйте. Ну, сейчас выясним. Щагин я, а точнее сказать, Щукин. Как это понять? И просто. Вот смотришь, пришел человек и заявляет, что я это не я, а он это не он. Все очень просто. Что, вы здесь выпили, что ли, без меня? Нет. Ну, вы знаете, я бы с удовольствием выпил чайку. Чего ты стоишь? Слышишь, человек просит чаю. А что ты на меня кричишь? Вы зря на нее прикрикнули. Вот это уже не ваше дело. Как сказать? Послушайте, Щагин, бросьте валять дурака. Для шуток вы выбрали не очень подходящее время. Так я же не шучу. Я хочу вам все объяснить. А вы нервничать начинаете, на жену кричить. И зря вы ей сказали, что вот, мол, я не я. Женщины, они существа слабые. Как-то она перенесет такое? Какое такое? Неужели вы думаете, что я поверю всей этой ерунде? Нет, ну сейчас, конечно, не верите. Но через минуту... Что будет через минуту? А вот что. Похож? Ой, господи,
Андрей Петрович вылитый. Кто это? Идиотский вопрос. Поставь чай и иди к себе. Я хочу знать, что здесь происходит. Когда выясню, я тебе все объясню. Иди к себе, Танюша. Ну. Послушайте, Щагин, кончайте маскарад и садитесь. Ну, садитесь. Это, знаете ли, с удовольствием. Позвольте. Пейте. Наконец, объясните, в чем дело. Я только этого и хочу. Так вот, уважаемый Андрей Андреевич, да вы не против, если я по-прежнему буду вас называть Андрей Андреевич? А как же еще? Вернее, было бы Олегом Васильевичем, но это пока будет вас путать. Так вот, уважаемый Андрей Андреевич, ровно 40 лет назад мы с вами родились в роддоме номер 6, что на Песчаной улице. Вы, конечно, не помните этого момента. А вы помните? Разумеется, нет, но сие установлено документально. Итак, 40 лет назад, в этот самый день, в роддоме номер 6 родились два мальчика. Один у жены молодого талантливого ученого Андрея Петровича Щукина, другой у жены, не очень молодого и уж совсем не талантливого домоуправа, Щагина Василия Ивановича. Каждый из мальчиков весил 3 кило 800 граммов. Да. Исходные данные вам ясны? Какие данные? Говорите понятнее. Я бухгалтер, Андрей Андреевич, и поэтому во всем люблю точность. Так вот, каждый из нас, а этими мальчиками, как вы уже смекнули, были мы с вами, весил ровно 3 800. Вот это очень важно, потому что вот на бирочках, которые вешаются на ручку младенцу, пишется его вес, фамилия матери, ну, еще пол. Вес у нас с вами был одинаков, пол, само собой, а фамилии похожи. Щагин, Щукин, Щукин, Щагин. Малограмотный человек легко перепутает, верно? А на наше несчастье медсестра, которая командовала нами в палате новорожденных, была не очень грамотной девицей. Вот она нас и перепутала. И вот вас, Олега Щагина, унес к себе домой мой отец, будущий академик Щукин. А меня, Андрея Щукина, утащил к себе домой папаша ваш, Василий Щагин, домоуправ, царство ему небесное. Кто же вам поведал эту леденящую душу историю? Сама медсестра. Ну, та, что перепутала. Варвара ее звали. Варвара Куницына. Ну, ошибку она обнаружила спустя пару дней после нашей выписки. Тут же хотела пойти, конечно, к нашим родителям. Да не решилась. А это почему же? Испугалась ответственности. За такое дело ведь и под суд. В общем, струхнула Варвара и промолчала. И много-много лет хранила эту тайну, хотя совесть мучила ее по ночам. И кары небесной боялась, потому как она женщина набожная. Имейте в виду, я ни одному вашему слову не верю. А год тому назад Куницына нашла меня, упала в ножки и покаялась. И я стал искать вас. И вот нашел. Послушайте. А если вам очень трудно называть меня товарищ Щукин, называйте просто Андреем. Бросьте юродствовать! Вы никакой не Щукин и никогда им не были. Это просто плохо придуманная афера. Приходите 1 апреля, вместе посмеемся. А сейчас... Куницына жива. Она на любом суде свой рассказ повторить может.
Чего я должен верить какой-то выжившей из ума старухе? Потом все равно это никакое не доказательство. Да? А это? А? Ну и что? Ну и я так могу. А? Ну? На старика Хоттабыча смахиваете. Кого Хоттабыча? Вылитый отец. Наверное. А хотите, сейчас фокус покажу, а? Вот смотрите, сейчас сюда, вот птичка вылетит, а? Внимание, опа, снимочек получить. А? Кто это? Василий Щагин, папаша ваш, как две капли. Все равно никакого не имеет значения. Да, конечно, только согласитесь, как-то неладно получается. Вы на него похожи, а я вылитый академик Щукин. С чего бы это? Знаете что? У меня есть друг, вылитый Чарли Чаплин. Однако он не лезет к нему в сыновья. Как знать? Может быть, и напрасно. Ладно. Есть еще доказательства. У сына Щукиных при рождении была обнаружена крупная родинка на левой бедре. Об этом записано в истории родов. Мама знала про нее, но забыла. А вспомнив, данную родинку на теле сына не обнаружила. Она спросила врача, но тот сказал, что родинка, очевидно, сошла. Но родинки-то не сходят. Прошу убедиться. Татьяна, иди к себе. Андрей, я хочу знать, что здесь происходит. Да ничего не происходит, мы просто беседуем. Вы беседуете? Почему же ты в таком виде? Почему ты смотришь туда? Ты слушай, иди к себе, я тебе потом все объясню. У меня важный разговор. Андрей, что случилось? Скажи, что случилось? Тут не надо волноваться. Не надо волноваться и не расстраиваться. Андрей, кто этот человек? Что ему от нас надо? Это мой старый друг. У меня с ним важный деловой разговор. Ты врешь. Ну, хорошо, вру. Какая разница? Иди, пожалуйста, к себе. Ну, если он опять будет снимать штаны. Ну, почему он будет снимать? Ну, зачем ему снимать штаны? Ну, что, он ненормальный, что ли? Андрей, мы опаздываем на банкет. Я тебя прошу, пожалуйста. Я помню. Иди, пожалуйста, к себе. Да, бедная женщина. Такой, конечно, может потрясти. Кабы она знала, что впереди. А? Слушайте, Щагин. Щукин. Щагин. Щукин. Щагин. Господи, неужели вы все еще не верите? Какая разница, верю я или не верю? По паспорту вы Щагин. Ну, предположим. Так вот что, Щагин, если даже поверить, что во всем, что вы здесь рассказали и показали, есть хоть 10% правды, то это уже дело не шуточное. Да уж, какие тут шуточки. Меня интересует, что вы собираетесь делать? А вот это вопрос сложный. Я, знаете ли, год над ним голову ломал. Так. Не так-то легко в нашем возрасте вдруг узнать, что ты не тот Федот. Папа, оказывается, тебе не папа. Мама не мама. И жил ты, оказывается, в чужом доме. А в твоем-то доме вырос чужой мальчик. И твои родители ему варенье на хлеб мазали. Ох, когда эта старуха Куницына мне все рассказала, я чуть умом не тронулся.
Прямо убить ее хотел, ей-богу. А все почему? Жизнь свою вспомнил. Жизнь свою, которую прожил по вашей вине. А при чем здесь я? Я согласен, вы ни при чем. Хотя родись вы с другим весом или хотя бы с другой фамилией. Но вы тоже могли родиться с другой фамилией. Конечно. Ну вот. Наконец, я или вы могли родиться девочкой. Ну и все. А что, каждый был бы на своем месте. А так вы украли мою биографию и взамен подсунули свою. А ваша судьба, которая выпала на мою долю, была нелегкой. Ох, нелегкая это была жизнь, Щагин. Я умоляю вас, не называйте меня Щагин. А, не нравится, да, мне это не приходилось выбирать. Я был Щагин, сын Василия Щагина, и точка, никаких вариантов. Да. Вася Щагин, ваш уважаемый папаша, был мужчиной свирепым и к тому же алкоголиком. Ух, и лупцевал же он меня под пьяную руку. И мамаш ваш терроризировал. Прекрасную, между прочим, женщину. Фотографии хотите посмотреть? Ну, покажите. Вот. Вот тут вся семейка. Вот это я. Вот это мама. Вот это папаша. Ну, здесь он еще молодой. Да. Вот. Ну и физиономия. Ну что, физиономия как физиономия. На вашу похоже. Да бросьте, ничего общего. Да что тут отказываться-то, Щагин? Потом дело не в физиономии. Характер у него был поганый. И меня он не любил, хотя не чувствовал во мне чужого. Я говорил мне часто, шельма. И ты, Олег, шельмой растешь. Я тебя пороть буду, потому как себя пороть мне несподручно. И ведь порол. Из дома я часто убегал, учился плохо. Да брось вы в зеркало-то смотреться. Я ведь вам вашу жизнь рассказываю. Ну, потом работал. Работать приходилось много. Мама болела часто. Отец совсем спился. Окончил бухгалтерские курсы. Бухгалтер мне скрест штаны просиживал. Ну, потом счет липовый подписал. Судили. Между прочим, защитник на суде сказал, что вырос я в трудных условиях. Вот. Ну, все равно 2 года дали. Вернулся. Мама умерла. Вот. А отец живуч. На шее сидел. Только 3 года назад, как прибрал его Господь. Вот, то у меня вся жизнь, значит, поломатая. Ни семьи, ни детей. В общем, работаю бухгалтером в домоуправлении. По отцовской линии пошел. Ну, как? Нравится? Да вы знаете, история невеселая. А. Но я не очень пойму, к кому у вас претензии? В конце концов, каждый человек кузнец своего счастья. Это верно. Верно. Только когда ты жизнь куешь, а не она тебя. Вы-то, как я погляжу, много себе наковали. Послушайте, Щагин, или как вы там хотите, Щукин. Слушайте, я не очень понимаю, что вы от меня хотите. Ведь я думаю, что вы пришли, если говорить откровенно, не для того, чтобы испортить мой день рождения. У меня сегодня тоже день рождения. Я это помню. О. И поэтому, чтобы не травмировать себя, жену, не дай бог отца, я готов вам сделать соответствующий
подарок. Сумму назовите сами. Да вы что? Да вы что, я не за деньгами пришел. И к отцу моему не пойду. Хотя была мысль. Вот первое, что пришло в голову. Найду отца. Упаду на грудь. Заплачу, закричу. Папочка! Да вы что, с ума сошли? А? Вы что, хотите погубить старика? У него же гипертония, ему скоро 70. Вдруг такое сообщение. Да не волнуйтесь, что? Не волнуйтесь. Я же говорю, мысль была. Потом, когда все справочки про вас навел, подумал, нельзя. Нельзя убивать, растили вы, Андрей Петрович, подкидыша. Я вас попросил бы. Я же говорю, нельзя. Да и вас жалко стало. Молодой ученый, директор научного института. Вся жизнь, можно сказать, как стеклышко, и вдруг такое. Так какого же черта вы ко мне пришли? Обидно стало. Обидно. Год терпел, а тут обидно сделалось. 40 лет мне сегодня за душу это ничего. А у вас 40 лет, и о, и телеграммами стол завален. А ведь это я мог быть. Я? Ну, вот так бы сидел в кресле, а жена мне у телефона трубку снимала. А нет ничего этого у меня. А почему, вот за что? Чем я виноват? Ну, а я-то чем виноват? Я вас не виню, я справедливости требую. Что ваше, то ваше, а что мое, то мое. Не понимаю. А тут и понимать нечего. Я к вам не за подаянием пришел. И жизнь вашу я калечить не собираюсь. Оставайтесь тем, кто вы есть, каким к вам люди привыкли. И то, что вы сами себе добыли, пусть с вами остается. А вот то, что Щукину принадлежит, то будьте добры Щукину и верните. Бред какой-то. Почему бред? Ведь даже на суде наследство законным наследником возвращается. Какое наследство? Вы сами не знаете, чего вы хотите. Я хочу разобраться, что здесь ваше, а что мое. Вашего здесь ничего нет. Ах, как так? Как так? А вот мы сейчас посмотрим. Вот телеграммка Щукину Андрею Андреевичу. Поздравляю с славным 40-летием. Желаю здоровья, счастья, успехов. Поприще науки, академик Востриков. Востриков. Ну, вот видите, мне телеграмма. Еще от такого человека. Вы что, вы серьезно считаете? Ну, а как же, вот написано же, Щукину Андрей Андреевич. Да поймите вы, это меня поздравляет Востриков. Как ученого, как директора института. Ой, вы же прекрасно понимаете, что как ученого он вас ни в грош не ставит. И как директора не очень любит. Он просто уважает и ценит отца, академика Щукина. Старика не хочет обидеть, Востриков. Вот, поэтому поздравляет сына Щукина. А сын это я. И телеграмма-то мне. Ха, да, я вижу, вы зря год не теряли. Как же, я все справочки про вас навел. Все выяснил. А что, если я возьму и позвоню в милицию? Для чего? Для того, чтобы сказать, что ко мне явился какой-то аферист. Да, аферист. Шантажирует меня и покушается на мою собственность. Ай-яй-яй-яй, как нехорошо, гражданин Щагин. Вы же прекрасно понимаете, что это не так. Ведь ничего вашего, вы понимаете, вашего мне не надо. А в милицию я и сам позвонить могу. Моя милиция меня бережет. Она помогает найти потерявшихся родственников. Газету читаете? Ну. Мать ребенка во время войны потеряла, а милиция через 30 лет его находит. А я-то не на войне, я потерян. Я жертва мирного времени. Слушайте, затянули старую песню. Хватит. Если вам нравится телеграмма, бейте ее на здоровье. И возьму. А что? Я остальные посмотрю. Вот. Это мне, это тоже мне, а это вам, это ваш дружок прислал.
Это мне, это опять мне. Где? Вот, интересно, по какому принципу вы их распределяете? Так это же очень просто. Что вы? По первым словам. Ага. Вот, пожалуйста. Так. Милый Андрей Андреевич. Мне. Уважаемый Андрей Андреевич. Тоже мне. Так, родной Андрюша. Это вам. Ваш дружок прислал. Угу. Так, ну хорошо. Что вам еще нужно, только говорите быстрее. Так ты... Не надо, не надо. Не надо торопиться, не надо. У нас с вами разговор... У нас с вами разговор долгий. Вы бы халатик-то сняли. Что? Мой халатик-то поди. М? Слушайте, вот это уже наглость. Халат действительно подарен мне отцом. Ну? Но не собираюсь же вы его забирать, все подарки. Чего не собираюсь? Очень даже собираюсь. Халат подарен папой, сыну. Вы к этому никакого отношения не имеете. Дайте халатик, давайте, давайте. Берите, жулик. Зачем же ты меня оскорбляете все время? Ну? Зачем? Ведь обижусь. Ей-богу, обижусь. Ничего тогда от вас мне не надо. А просто пойду к отцу, ну, упаду ладно, на грудь. Хватит, я это уже слышал. Вы слышали, а папа нет. Надеюсь, не услышат. Вы же мне обещали. Ну, обещал. Обещал. А что? Только вы видите себя. Знаете ли, в пределах. А то жулик, аферист. Что это такое? Ну? Надел чужой халат, что обзывается? Ну, вы меня извините. Кто-то. Давайте спокойно. Без темпераментов, как говорится. Алло? Щукин слушает. Кто? Ага. Ну, спасибо, спасибо. 40 лет, 40 лет. Да. Конечно. Чего? Почему голос изменился? Охрип малость. Отец будет обязательно. Только что из Лондона прилетел. А чувствует себя ничего, хотя, конечно, в его возрасте такие перелеты. А. Ну, обнимаю. Это кто звонил? Да так. Мне. Судя по твоему лицу, ты подслушивала. Вы так кричали? Ну что же, тем лучше. Что ты на все это скажешь? Не знаю. Конечно, извиняюсь, Татьяна Григорьевна, за вторжение, но поставьте себя на мое место. Довольно того, что вы поставили себя на мое. Андрей, пусть этот человек берет все, что хочет, и быстро отсюда уходит. Да я тоже так считаю, но где гарантии, что он, забрав вещи, не вернется еще? Никаких гарантий. Никаких. Да знаете ли, и вещи-то мне особенно не нужны. А что же вам еще нужно? Успеха хочу. А, успеха. Признание общественностью. Как говорится, покоя сердце просит. Не было ничего этого у меня.
Я ведь 40 лет уже, пол жизни проскочил, не останавливаясь. Так вот что, как же это можно взять, голубчик? Это надо заработать, заслужить, вы понимаете? Заслужить, не по тюрьмам сидеть, а заработать. Ой, не стыдно вам? Да, мне еще должно быть стыдно, была б моя воля. Только не вздумайте меня ударить, это или не дай бог убить. Неплохая мысль. Перестань, Андрей, и вы не тяните за душу. Скажите, что вам надо? Так я только этого и хочу, а он психует. У меня вот тут составлен небольшой реестрик незаслуженных заслуг. Интересно, что это вы там понаписали? Не спешите. Я прочту все по порядку. Итак, начнем со школы. Как выяснилось, школу вы окончили с серебряной медалью. Попрошу медаль. А это же с какой стати? Учились вы, Щагин, так себе. Средненько. Способностями особенно не отличались. Отцу постоянно приходилось нанимать для вас репетиторов, вы это хорошо помните. Общими усилиями сын академика Щукина получает серебряную медаль. Я ничего не придумал. А вам эта медаль зачем? Повешу на стене, буду смотреть. Это я же тоже мог бы ее получить. Я, кстати, учился не хуже. Что же, по-вашему, выходит, что мне нет ни капли моего труда? Нет, почему же? Есть, конечно. Есть. Только ведь переписать готовое сочинение на экзамене и я бы смог. Ты переписывал готовое сочинение? Я не собирался. Я не виноват, что учительница мне сама подсунула какую-то старенькую тетрадку. Отдай ему медаль. Ну, ты что, Отдай ему медаль. Ну, пожалуйста, если ты так настаиваешь, только я не знаю, где она. Наверное, там же, где диплом с отличием. Надеюсь, диплом вы не потребуете. Вот с дипломом, знаете ли, сложнее. Диплом, конечно, ваш, как всякого, кто институт окончил. Но тут с отличием. Вы помните, кто был председатель экзаменационной комиссии? Профессор Мамонтов, ближайший друг академика Щукина. Вот тут где-то от него есть поздравление. Ага, вот. Успехов во славу науки. Видите? Не слава, а во славу. Это он теперь так пишет. А тогда он подсаживался к экзаменаторам и, кивая на вас, шептал им на ухо всякие слова. Диплом придется тоже конфисковать. Я все понял. Вы психически ненормальный человек и к тому же садист. Опять? Ладно. Ладно, ничего вашего мне не нужно. Алло? Академик Щукин, можно к телефону? Прекратите. Зачем вам диплом? Ну что вы собираетесь с ним делать? Как что? Повешу на стене, буду смотреть. Опять на стене? Ну, дались вам эти стены! Ну, как ребенок маленький, купили бы себе эстамп и вешали. Это диплом. Там фамилия стоит. Щукин. Вы не собираетесь менять фамилию? Вообще-то нет. Но сегодня да. Слушайте, Олег Васильевич. Ой. И вы, Татьяна Григорьевна. Я же не сумасшедший и не собираюсь брать все это у вас навсегда. Но сегодня мне 40 лет. И вот ему тоже. Он сегодня на банкет идет. Там будут сидеть всякие знаменитые люди, пить за его здоровье, говорить ему всякие красивые слова. А мне что? Что у меня-то будет? Придут 2-3 соседа, да еще начальник ЖЭКа. Выпьем мы водочки и затянем. Арлекино, Арлекино. И ведь скажет кто-нибудь, это ж точно что скажет. Эх ты, Щагин, душа из тебя вон. Прожил ты 40 лет, а достиг чего? Обидно мне, понимаете?
обидно, что не так у тебя все сложилось, как стоишь ты. Вот как подумай об этом, граждане, мне, ей-богу, просто сердце останавливается. И вот я решил, не будет так сегодня. Сорокалетие свое отмечу при всех регалиях. Все мое, чтоб со мной сегодня было. Чтоб соседи мои на меня сегодня снизу вверх смотрели. Отгулять разок, а там пускай, ладно, дальше как по-прежнему. Дом управления, комната неуютная. Так вы всего на один день? Странный каприз. Ну, вообще, понять можно. Ты как считаешь, Танюш? У нас же день рождения, м? Джин любите? Не знал. Попробуйте. Тоника нет. Сигарет. Заграничный? Да. Да. Интересно. Интересно. Ну что же, если вам так хочется покрасоваться перед своими дружками, вот вам медаль, диплом. И вон то вон, коричневенькую, с золотыми буквами. С золотыми буквами. Это диплом доктора наук. И диссертацию защищал я. А мог ли я? Я ему-то папа предложил. Разработали в папином институте. Оппоненты тоже свои люди. Ну, каков, а? Отдай. Танюш, что значит отдай, отдай? Он так всю квартиру заберет. Нет, вот о квартире разговор особый. А вот вы на что покушаетесь. Дубки. Вот это дубки. Вот эту квартиру мне дал горсовет. На законных основаниях. Чё ты молчишь, чё ты улыбаешься? Ну да, папа хлопотал, да. Он помог. Ты что хочешь, чтобы этот человек привел сюда своих дружков, орликинов? Они же тут все на радостях поломают. Таня. Не знаю, не знаю. Ничего не знаю. Оставьте вы меня в покое. Танюша, знаешь, у меня такое ощущение, что тебе нравится мой стриптиз. Да. Ну что же, товарищ Щукин, ваша взяла. Располагайтесь здесь поудобнее. Чувствуйте себя как дома. Ванна налево, кухня направо, в холодильнике еда и вино. Вот магнитофон Sony. Я его в Японии купил на свои командировочные. Да. Чего ты улыбаешься? Ну да. Командировку мне папа устроил. Так что можете крутить. Слушать его не стесняйтесь. Ну, что нам с Танюшей? Сейчас уйти или можно до банкета немножечко задержаться в вашей квартире? Я лично никуда не пойду. Как? Я жена Щукина. Мне со Щукиным оставаться. Че вы сказали? Ты понимаешь, что ты говоришь? Он взял все, что тебе не принадлежит. Но ты-то здесь при чем? Я при всем, что у тебя было. Но ты же любила меня. И вышла замуж-то за меня, а не за Щукина. А ты? Разве ты сам решал этот вопрос? Нет. Отец выбрал для тебя невесту, дочь своего друга. Слава Богу, что это оказалась я. Ну, что ж, Андрей Андреевич, надеюсь, у вас списочек кончился. Больше у меня нечего взять.
Все голенький я. Голенький, как вот 40 лет назад. Ничего у меня больше нет своего. Вот такой вот разве паспорт? Ну и паспорт возьмите, там тоже. Ничего моего нет. Ни фамилии, ни имени, только день рождения. Вот это, в общем-то, не моя заслуга. Так, ну что же мне теперь делать? Да, пойду в дом управления. Прекрасная вакансия открылась. Что ж, работа, в общем, завидная. Тихая, спокойная, без интриг. Сиди себе спокойно и считай, считай. Вам-то теперь это ни к чему. У вас все есть. Дом. Жена. Верная. Только вы ей родинку покажите, а то не полюбит. Что-то вы очень что-то такое странное сказали, Татьяна Григорьевна. А что, вы недовольны? Вы же мечтали получить всю Щукинскую. Нет, это как слишком. Перегиб получается. Ну, почему? Придут ваши гости. Ну, как же можно без хозяйки? А тут я в это в платье из Парижа. Муж подарил. Так бы вы подарили. Что это, насмешка? Ну, почему насмешка? Все как вы хотели. Придут ваши гости, сядут за стол. А вы им ворованные регалии показывать будете. Ну, брось, ничего я не воровал. Вот как? Да. Разве присвоение украденного не есть воровство? Эх, вы диплом хотели похвастать, медалью. А медаль-то ничья. Не его, но ведь и не ваша. Моя. И я бы мог переписать сочинение. Да я и сам смог бы. Писал же в школе, сам. Дурак вы, Щукин. Радость ты в этом какая. Были бы вы от этого счастливее. Не пойму я, про что это вы. Не понимаете. Сейчас объясню. Садитесь, пожалуйста. Зачем? Садитесь, садитесь. Лишнее все. Садитесь поудобнее. Вот так вот. Ну и считайте, что ваш банкет начался. Льется шампанское, звенят бокалы. Один за другим поднимаются ораторы. Уважаемый Андрей Андреевич, от всей души поздравляем вас. Ваш вклад в науку поистине неоценим. Ваш выдающийся талант всегда радовал тех, кому выпало счастье работать вместе с вами. Тупица вы, проходимец несчастный. Так не говорят. Но так думают. Не надо быть слишком догадливым, чтобы понимать это. А он понимал. Мучился в душе. Хотя самым самодовольным видом пытался мне доказать, что все правильно в его жизни. А я подходила к нему вот так же, как сейчас подхожу к вам. И целовала его. Слушай, бросишь, что это тоже? Что это, игрушку, что ли, нашли? Не нравится? Зачем это? Не нравится. Не радует нежность нелюбимой женщины. А он терпел. И вы терпите. Вы что же, одни блага хотели получить? Нет уж, голубчик, вы все возьмите. Вы думаете, что он не понимал, как он живет, что с ним? Ну, понимал. Только виду не подавал, потому что так легче. Всю жизнь ждал, что вот придет. Вот такой, как вы. И предъявит счет. Всю жизнь ждал вас. Щукин. Жил с этим страхом. Вы-то с дурой ему позавидовали. А вам бы ему посочувствовать. Вот я-то вам сочувствую. Будете вы сегодня сидеть за столом, веселиться, а сами-то будете со страхом на дверь поглядывать. Как бы не вошел там какой-нибудь Щакин. Или Щекин. Я не спросил бы. А вы, собственно, по какому праву здесь? А что вы есть сами по себе?
знаешь что? И винить здесь некого. Пойду я, пожалуй. Душа, оставайтесь. А нет, пойду. Ни к чему все это. Щукин Андрей Андреевич. Какой ты здесь симпатичный. Приклеена печать на твоей физиономии в этом паспорте. Ты поверил, что это все. Год рождения 1937, место рождения. Липецк. Татьяна Григорьевна, а почему Липецк? Муж ваш где родился? Откуда Липецк? Я же из Ростова. Боже мой. Ах ты, боже ж ты мой, как же так? Мне в справочном сведения дали. Андрей! Андрей! Надо. Бежать надо. Где же мой Щукин? Где же мой Щукин? Аферист, а? Ну, аферист. Я-то ему поверил. Все ему рассказал. Все как на блюдечке выложил. А, хорош! Он должен быть таким кретином. Родинку рассматривал старик Хоттабыч. Просто какой-то, знаешь, гипноз какой-то. Вот так вот рассказать, никто не поверит. Списочек оставил. Танюш, бумажка чистая. Наглец, ну наглец. Наглый. Он во мне вызывает даже восхищение. Ты знаешь, наглый, но не глупый, а? Просто какой-то гипноз. Но, Танюша, твое поведение в данной ситуации некрасиво, Татьяна Григорьевна. Хотя, конечно, понимаю необычайность момента, но все-таки... А я сам хорош. Поверил ему. Почему это всегда самым достоверным, черт возьми, кажется, самое невероятное? Танюш, телефон. Татьяна, звонок. Танюш, возьми трубочку. Знаешь... Не подходи. Почему? Не подходи. Может, это очень нужный человек? Поэтому не подходи. Танюш, ну человек звонит. Подумает, что тебя нет дома.
Но я-то дома. Ты в этом уверен?